От заката до рассвета рабочие МП благоустройства не сомкнули глаз. В последнюю ночь октября в Самаре падал снег. Армия дорожных рабочих вышла на уборку города в зимнем режиме. В помощь 26 дорожных комбайнов, 17 тракторов, около десятка погрузчиков, 4 самосвала и мультикара. Еще 6 машин поддерживали чистоту на остановках общественного транспорта. Благодаря масштабной механизации и слаженной работе жители города утром и не заметили последствий обильного снегопада. Пока не ощущаю, только морось какая-то идет. Снега практически нет. Превентивные меры сработали, рассказали в МП благоустройства. Заблаговременно они поменяли навесное оборудование на спецтехнике на зимнее. За прошедшую ночь израсходовали почти 10 тонн бионорда и столько же песчано-соляной смеси. Особое внимание уделили участкам дорог со сложным рельефом. Автомобилисты ездой по самарским улицам остались довольны. Все нормально. Переобулся вчера, как раз снег пошел. Все было вполне приемлемо. Дороги нормальные, до работы добрался стабильно. Все супер. Все в порядке. Я просто на машине езжу. Ничего не изменилось. Все так же хорошо, даже свободнее, чем в обычные дни. Я обычно на машине езжу. У меня машина стоит, проблем нет. Единственное, я не с ночи, естественно, выезжал, а часов 10 без проблем. Не скользит на летней резине. Вдоль дорог, а также возле мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками, рядом с остановками общественного транспорта установлено несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью. При необходимости горожане могут сами посыпать реагентами наледь. А чтобы не было луж и талая вода быстро стекала в ливневую канализацию, дорожные пылесосы очистили от мусора и грязи прилотковую часть. Уборка тротуаров и остановок продолжилась и днем, в ручном режиме. Если погода кардинально изменится, на улице Самары готовы выйти 35 спецкомбайнов. Из них 29 принадлежат МП благоустройства, 6 подрядчикам. Они убирают улицу Ленинградская и Кировский район. Насадки этих суперкаров одновременно выполняют сразу несколько функций. Сгребают снег, отбрасывают его, щетки добираются до асфальта. Следом разбрасывается антигололедный реагент. Самарцы надеются, что всю зиму городские дорожные службы будут работать так же эффективно, как и в первый снежный день. Нормально все устраивает. Ну, чтобы снега не было, конечно, чтобы ходить удобно было. Синоптики предупреждают, снегопады продолжатся в ближайшие дни. МЧС объявил оранжевый уровень опасности. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А муниципальные службы благоустройства Самары готовы увеличить число спецтехники на улицах города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.